Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Топсад Киви и Актинидия в Подмосковье. Ну, это Адам Каламита, вы видите. Но на самом деле на Адаме Каламите привиты настоящие киви. Вот почки. Вот видите, почки уже пошли. Мужские и женские почки, которые позволяют нам добиться больших киви, настоящих киви. Но даже и маленькие киви вполне подходят для сбора и для вкусного варенья. Ну вот видите, они уже созревают. Это маленькие. Настоящие киви? Но это все-таки актинидия. Это мини-киви, да, это мини-киви. Вот, видите, вот они растут. Так, причем это каламита. Каламита — это женские три сорта. Я купил еще несколько. В Португалии мы заказали привили очень крупные киви, которые вес от 80 до 110 грамм. Поэтому актинидия и киви — желанные растения в саду у каждого, кто живет не только в Подмосковье, но и в средней полосе, европейской полосе. Удачи на даче, подписывайтесь на канал. Киви и все экзоты всегда будут радовать вас, если вы их пробуете сажать у себя. Поверьте мне, это не сложно, а дарят они вас замечательной и вкусной ягодой, которая называется ягодой богов. Всего наилучшего!